Совет ветеранов нашей дивизии обратился к руководству города и городской совет ветеранов с предложением присвоить имя 28-й Невельской дивизии одной из библиотек города. Но если мы обратимся к истории, мы знаем, что война прервала образование многих наших воинов. И поэтому, по тем временам библиотеки были единственным источником знаний и науки. И поэтому, конечно, многие ветераны стали учиться в воскресных школах, в вузах, техникумах, ремесленных училищах. И они, конечно, за помощью обратились в библиотеку. И Конюхов об этом очень трогательно говорил, потому что он сам после войны заканчивал вечернюю школу. Так получилось. И надо сказать, что в сентябре этого года, опять же, депутаты нашего городского совета поддержали это предложение. И было принято решение, что этой библиотекой будет библиотека филиал номер 7. Здесь, в нашей славной орбите, по улице Малышева, 14.